Окружные полицейские проводят второй этап межведомственной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и оперативно-профилактической акции «Дети России-2017». Жители Ненецкого округа могут сообщить информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, нарушении правил легального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений. Основными задачами двух данных акций заключается в том, чтобы лица предоставляли информацию, то есть общественность, все субъекты профилактики, без которых мы не можем, а главное это граждане нашего региона, предоставляли информацию о лицах, потребляющих наркотические средства, либо где-то там мест хранения этих наркотических средств. И благодаря данной информации мы бы изымали из этого незаконного оборота эти наркотики и тем самым предотвращали преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Информацию можно направлять на электронный адрес УМВД, а также о данных фактах можно сообщить по телефону 8 911 650 57 49, а также на телефон доверия УМВД России по Ненецкому округу 4 21 52, отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефонам 4 26 42 4 21 40. Впрочем, сдать наркотические средства можно и добровольно. Если человек добровольно сдает наркотическое средство, сообщает о том, что, грубо говоря, либо нашел, либо еще что-то, вот, он добровольно выдает, то он освобождается от уголовной ответственности за хранение данных наркотических средств. То есть законодатель он дает такую вот норму.